Вот такой прекрасный щенок Бим ищет себе хозяев. Бимке 4,5 месяца. Он вырастет собакой среднего размера. Он очень веселый, ласковый, добрый, как вы видите, очень умненький, послушный. А вот будет преданно служить вам. Если Бимка вам понравился, его даже готовы привезти к вам в любую точку Минской области. Были бы хорошие ручки. В свою очередь, Щенулькин готов стать вам верным и преданным другом. Щенок поладит и со взрослыми, и с детьми, потому что он очень добрый, очень игривый, ласковый, вот такой замечательный, очень рад людям. Дом и семью подыскиваем для такой вот красивой, умной, веселой и активной собаки по кличке Линда. Сейчас она живет во дворе. Вот, она очень хорошо, активно охраняет двор. Вот, она очень похожа на Лайку, но это не Лайка. Собака стерилизована, ей 8 месяцев. Подойдет как для частного дома, так и для квартиры. По Минской области вам готовы ее привезти. Собака очень достойная, очень красивая. Вот, я думаю, что она украсит ваш двор, будет его хорошо охранять и служить вам. Очень нужен дом вот этим щеночкам, которые родились чуть больше месяца назад. Две девочки и четверо мальчиков. Они уже самостоятельно кушают, активно играют друг с другом и даже проявляют охранные качества. Вырастут в собак сантиметров 50 в холке. В следующий раз мы вновь познакомим вас с питомцами, которым очень нужны вы.